Всем привет! Рада видеть вас на своем канале «Вечерние посиделки». Сегодня вот предлагаю вам полистать вот такую книжку «Home Sweet Home» и автора Кэролин Пирс. Ну, если я так, я надеюсь, что я правильно прочитала. Здесь вот автор Кэролин Пирс. Здесь вот предлагается вышить и собрать такой вот чудесный, красивый домик. Ну вот, давайте посмотрим, что там внутри. Здесь вот, что в этой книжке есть, содержание. Такая вот красота сразу же. Сразу же фотография швейных аксессуаров. Вот, ну здесь вот совсем все красиво. Такой прекрасный домик с зайчиком. Зайчик держит морковку. Такая подвесочка. Я надеюсь, вам будет все видно. Немного бликует. Я так думаю, вот это игольничка. Тоже с горошком. Красиво все так вышито. Тут пайетками расшито. Тут, кстати, такая улиточка. Мне знаете, что заинтересовало? Вот этот маячок красивый, две иголочки. Это, наверное, счетные иголки, я вот так думаю. Но могу ошибаться. Также здесь вот сантиметровая лента хранится вот в такой вот красивой коробочке с ягодкой и пчелкой. И вот здесь для наперстка такой маленький, тоже коробочка маленькая. Также здесь игольница прекрасная, коробочка для хранения ниток. И вот здесь, кстати, красивый такой маячок у ножниц. Но вот это я, если честно, не знаю, что это тут какая-то ниточка торчит. Наверное, там нитка внутри, я так думаю. Ну и здесь уже, видимо, все показано. Как, в общем, этот домик делать. Как аксессуары создавать. Небольшие такие фотографии. Тут «Welcome to my garden». «Добро пожаловать в мой сад». Тут вот отдельные фотографии. Так, ну вот сам домик. Такой зайчик сидит около двери. Здесь красивые цветочки, разными мешочками выполненные. Ромашечки, анютины глазки. Ну и вот это вот, наверное, такое дерево, либо это какая-то вот такая вьющаяся роза. Какая красота. Ну, здесь вот показано, как выполнять разные виды шовчиков, как зайчика вышить. Ну, кстати, такой вот домик красивая, да, яблонька. Тут у нас и сова, и какой-то такая, кстати, вот подвесочка или пуговка улей с пчелками. Такая красота. Очень мне нравится зайчонок. И здесь вот корзина с какими-то ягодами или яблоки. Вот эти имеются в виду. Тут вот пчелка очень красивая вышита. Ну, очень дом красивый. И отдельные сюжеты, чтобы мы могли все это рассмотреть. Вот эти пчелки, яблочки, яблони это. И тут вот такая пчела. И корзина с яблоками. Также вот с этой стороны домик. Посмотрите, как красиво. Это божья коровка, которая стремится на горошек. Улитка. И вот тут ящерка. Цветочки. Так аккуратно, красиво все выполнено. Тут опять шовчики. Улиточку показывают, как выполнять. Ну и приближена фотография, вот отдельно сфотографирована улитка сама. Все здесь на английском языке. Вот она, ящерка с цветами. Божья коровка. Такая. Ну и как все это вышивать? Вот, кстати, горошек.
тоже нравится, мне очень красиво. И вот другая половина дома, такая с ягодками. Здесь, смотрите, ягодки, как французская. Одна ягодка выполнена французскими узелками. Пчелки летают. Тут такая гусеница красивая. Просто потрясающая. Мелкие цветочки. Столько мелких красивых деталей. Здесь клубничка. Ну и вот покрупнее здесь представлена гусеница. Здесь вот как выполнять, вот видимо, вот этот вот эту ягодку. Ну и вот такая красная ягодка. Такая надпись сделана Каролин Пирс в 2007 году. Фотография, что вот здесь этот домик открывается и можно использовать как шкатулку для хранения каких-то швейных аксессуаров и ниток. Тут вот, ну я так понимаю, как раскроить это все. Создание вот такого домика. Эти, наверное, не очень интересные странички. Вот еще показывается такая вот сантиметровая лента, да, вот поближе коробочка для нее. Такой вот красивый маячок для ножниц. Ну вот это вот как ведерко для хранения наперстка. Тоже красиво. Игольница. Такая игольница. И вот этот вот мне тоже очень нравится. Для хранения вот резачка кловер, который можно с собой брать в путешествие. Очень удобно. Особенно для полета в самолете. Это же не ножницы. Так что с такими точно пустят, с таким резачком. Ну и вот что в этом домике внутри мы сверху можем видеть. Видите, какая тут такая линейка. Наверное, она самодельная. Маячок с ножницами. Как красота. И вот эта коробочка, наверное, для нитки. Тоже сделано, выполнено и вышито с такой любовью. Так все красиво. Вот видите. В общем, здесь показано, как каждый вот этот вот аксессуар для хранения разных швейных принадлежностей сделать, выполнить самостоятельно, вышить. Все по деталям, все расписано. Но только на английском. Надо будет переводить, кто купит такую тоже книгу. Красота, такой маяк, маячок такой для ножниц, очень красивый. Такие бусинки. И тут инициал. Тут даже вот эти картинки какие красивые просто с птичкой. Птичка в землянике. Так, да, вот здесь для нитки хранение получается. Ниточка вот здесь хранится, в этой коробочке красивой. Такие яблочки. Ну, опять здесь все по деталям показывается, как выполнять гусеничку, листики. И как вот саму коробочку выполнять здесь. Все показано. Здесь красивыми рисунками опять земляника. Тут вот ягодка из французских узелков. Вот такая тоже красивая земляничка.
Ну, такую книгу, конечно, для вдохновения полистать очень интересно. Вот видите, какой наперсточек с птичкой. И вот непосредственно, где будет этот наперсточек храниться. Как здесь все сшить, как натянуть, все показывается. И вот они, видите, это, наверное, все-таки счетные иголки. Да, вот видите, линеечка, и вот они так приколоты около линеечки. Наверное, 10 клеточек. Какой красивый мелчок. И вот видите, здесь даже как сделать кисточку показывается. Так интересно. Надо будет запомнить. Может, как-нибудь себе сделаю из ниточек красивую кисточку. Так вот здесь. Для хранения резачка такой, как бы, мешочек, что ли. Но мне такую грелочку для чайника напоминает. Но очень маленькую, очень красивую. А, вот видите, он будет на подвеске. Он как колокольчик такой будет. Подвес на шею. И то есть у тебя будет такая вот красивая колокольчик, грелочка висеть на шее, то есть и не потеряешь, этот резачок всегда при тебе будет. Так, вот здесь вот шовчики разные тоже показывается. Ну тут много разного, разных шовчиков, вся технология. Вот красивые нарциссы. Здесь вот как дырочку сделать, чтобы пуговку туда вот вставить. Вот так. Здесь натяжка как делается. Здесь, наверное, не очень интересно. Шовчики. Он такой красивая корзиночка с анютиными глазками. Ну и вот здесь еще книжки, реклама книжек. Такие вот. Разные книги. И здесь уже вот, ну, как выкройки, что ли, или как это называется. Непосредственно, вот, чтобы для создания домика, все размеры. Все с маленькими выкроечками. И вот как вышить здесь схемки для глади. И вот пунктиром отмечен, что я вот здесь помню, здесь такая подвесочка зайчик была. Ну, то есть тут в комплекте прилагаются все выкройки, чтобы сделать такую потрясающую красоту. Ну, надеюсь, вам понравилось. Вот эта книжечка, полистать со мной, посмотреть для вдохновения. Ну все, всем большое спасибо за внимание, до скорых встреч, новых видео, пока!